Польша поддерживает продление санкций против РФ. Министр иностранных дел Польши Яцек Чепутови во время встречи с высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини высказался за продление санкций против РФ. В Варшаве планируется сохранить санкции, введенные Европейским Союзом против России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чепутови во время встречи с высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини. Передает Polskie Radio. Министр также отметил, что РФ не придерживается норм международного права. «Мы согласились, что санкции против России необходимы, пока Россия не придерживается международного права», заявил Чепутович. Министр Яцек Чепутович добавил, что разговор касался также поддержки для Украины. Он добавил, что Федерика Могерини вскоре собирается поехать в Киев. По словам польского министра, это очень хорошее решение. Напомним, Верхняя палата польского парламента приняла скандальный закон об уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.korrespondent.net по материалам сайта news.gr.com.